Ой, всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб. Быстренько нажимаем загрузить игру, потому что звук в начальном меню супер громко звучит. Мы играем в Garden of Banban, это шестая часть. Мы остановились на том, что тут птичка бехнулась. По-моему, там ее размазалось, малютка убежал. Нам теперь надо двигаться куда-то в этом направлении. Давай, нажми эту кнопку, штуку. Чё плохого не будет. А еще ничего плохого не будет, если вы поставите видосик, лайкосик за мои старания, правильно? Правильно. Так, нажали. Так, нажали. Идем наверх. Помню, там какие-то, когда я заканчивал запись, тут немножко бегал, смотрел. По-моему, там были какие-то разноцветные фигуры, и там нужно было что-то прыгать. Что-то смутно уже помню, давно записывал прошлую серию. Так, угу. Тут нет прохода. О, фиолетовая штучка. Но где фигурки? Ничего не понятно пока что. Прожектор. Что написано? Реордер. О, вот это я помню. Различные фигуры. Значит, различные фигуры. Различные столбики разноцветов. Что это такое? Что это за круг? Подсветка типа. Кто меня тут должен съесть? Или никто? Или мы должны были сверху прыгнуть на этот мостик? Подождите-ка. А где дрон? Изначально, где дрон дает мне? А вот кнопочка красная. Где дрон? Я не вижу. Реордер. Тут какая-то еще есть площадка. О, подожди. Можно прыгнуть. А ну. Ай! Меня пнули? А что меня пнули? Подождите-ка, ничего не понял. А почему меня пнули? Надо быстро? Желтой на зеленый. Подожди, она повернулась. Из-за того, что я на нее прыгнул. А, ну, судя по всему, да. И здесь что-то повернулось. Что это все значит? Реордер. То есть это было ошибкой? А если на реордер нажимаю, оно обратно все поворачивается. Ага. Ну здесь прыжочек мы первый, допустим, можем совершить. А дальше что? Быстренько, да. Да я профессионал, ё-моё. Ага. Ага. Вы поняли прикольчик? То есть ты прыгаешь, находишь себе какой-то путь, выбираешь себе какой-то путь, но не факт, что это он будет верный. Цвета запоминать. Допустим, реордер. Первый твой прыжок сюда, в принципе, успешен. Потом сюда. Давайте прыгать по всем, кроме синих. Попробуем. Не получится. Быстро! Могу и так. Опа. А теперь куда? Обратно. Блин, не вышло. Но я так далеко пропрыгнул. Хорош я, не? Красавчик, красавчик. Всего лишь две попытки, или сколько я сделал? А, или три. И уже неплохие результаты. В принципе, не особо сложно. Надо просто иметь немножко... Ну, реакцию, наверное, надо иметь. Так. Раз. Два. Я нажал. А меня скинули. Просто я не приземлился на кнопочку. Так, давайте еще пробовать. Так. Раз. Два. Блин, снова. Что-то я снова вправо меня тянет. А это же ошибка. Вправо идти. Блин, а как же выбрать себе путь? Где мой путь? Где мой вей? Значит, вперед идем. Раз, два, три, четыре, пять. Нажат! Опа! Вперед. Назад. Ну, могу назад.
Ай, а я был... Ого, я внутри был текстуры, вы поняли? Я внутри был этой палочки. А я как-то все равно на ней стоял. А что меня не сбросило? Будем считать это багом. Я нашел баг в игре. Так, прыгаем дальше. Так, раз, два, вперед, три, четыре, пять. Это сейчас прыгну вниз, тогда будет ошибок. Так, вот это нормально. Вперед могу позволить себе прыжочек. Ой, меня пнуло. О, так. Это, наверное, сейчас будет ошибка, и меня столкнет, что ли? Ай! А я, видели? Я, если бы там быстренько у меня удалось нажать пробел, я бы нормально пропрыгнул. Наверное. Проскочил бы, возможно. Ну, пока что, я не знаю, я выбрал себе этот путь. Не самый, наверное, простой, но мне кажется, он реальный к прохождению, что это, типа не самый плохой вариант. Мне надо обязательно на ту сторону перейти. Допустим, назад. Вперед. Может, мне надо обязательно прямо на ту сторону перепрыгнуть. Ай, блин! Тупо из-за моей ошибки. Плохо прыгнул, не долетел. Может, мне надо обязательно по правой стороне идти, ребята? Может быть, мне не надо? А может быть, отсюда тоже можно... Не, отсюда мы не допрыгнем никак. Только отсюда можно начинать. Потому что это столбик самый близкий. Самый-самый-самый-самый. Так, ну пробуем еще, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Вот назад один раз. Я это уже запомнил. Так, здесь тут мы можем сделать... О! Так, прокинула ее. Два... Три, четыре, пять, шесть. Ой! О, не сбила. Эх! Ошибка! Оба назад или влево, вправо. Но, в принципе, неплохо. На ту сторону перешел. А вот, вот мне непонятно. Если бы я прыгал все-таки по этой стороне, то... То-то-то-то-то-то-то-то. Так... Если бы я прыгал по этой стороне. А, нормально. Так, тут один шажочек назад надо будет сделать. Меня собьют. Меня собьют, ребята. Можно сразу сюда драпать. О, назад! Ничего себе, я читер! Меня собьют сейчас. Теперь не собьют. Тут собьют. А здесь. Но если быстро. Как-то пронесло. Профессиональный попрыгунчик. Ай, с двух сторон. Сплюснули меня. С двух сторон. Блин, прокой себе профессионал. Да что ж такое? Какой-то я нубас, честно говоря. Нубасьен, нибасьен, не ламапатьсен. Нюбасьен, нюбас, нюбас, нюбас. Так, поехали, пробуем. Раз, два, три, четыре, пять, назад, шесть. Воу! Опять затупил. Может, мне надо спешить? У меня же есть пару секунд подумать, чтобы понять, куда мне дальше прыгать. А я спешу из-за этого. Они же дают пару секунд подумать, а потом уже прыгать с этих столбиков надобно. Давайте попробуем немножко думать. Ну, в начальном этапе нам понятно, как действовать. Вот там я туплю. Так. Тут все у меня хорошо получается. Поначалу. Вот, тут все хорошо. Хорошее чечно, скажем так. Можно сюда пройти. Тут пройти. Тут меня сейчас собьют. Значит, можем сюда спрятаться.
чтобы не сбили. Так, тут никто не собьет. Тут тоже, наверное, не собьет. Щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Ну, назад. О! Блин, сбило! А я думал, не достанет меня. Ловушка была. Значит, там не пройти, что ли? Или я неправильный какой-то ход сделал? На первый взгляд казалось, головоломка совсем простенькая. А тут вот... Так, ладно. Не теряем. Сноровочку, 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 сноровочку. Мне эти кубики уже будут сниться, походу. Так, сюда. Тут меня сбить не должны бы. Сколько я помню. Можно обдурить таким образом. Так, тут меня могут сбить. Мы спрячемся сюда. Опа. Меня могут сбить. А могут и не сбить. А могут сбить, а могут и не сбить. Назад! Черт! Ошибка! Но я так близок был! Я так близок был! Вот тут я что-то натупил. Не тот путь выбрал. Не тот way. Way, way, не тот путь. Но уже прогрессик, прогрессик, прогрессик налицо. Так я каждый раз учусь, каждый раз все лучше и лучше. Так, берем. Сбросик этот. Раз. Ой, блин, да что ж такое? Что-то вообще занубил с самого первой секундочки. Так, подождите-ка, подождите-ка. Так, нажимаем. Кнопечечку, кнопечечку нажимаем. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ого, пронесло как. Лучше отойду на всякий. На всякий пожарный. Тут сейчас собьют. Или здесь собьют. Надо быстро тогда действовать. Или тут не достанет. О, не достало. Итого я на это потратил 13 минут. Так, а что дальше это делать? Подожди. А где дрончик? Подожди, я... А, стоп, там была оранжевая дверь... которую мне, на которую нужно было мне найти ключ. А что, теперь обратно довернуться? Я же могу просто вниз упасть. Я же могу просто упасть вниз. Или нет, там меня сейчас загрызут внизу. Блин, очково. Ну ладно, прыгаем, пофиг. Мне что-то кажется, что сейчас меня тут... Сейчас меня тут загрызут. А может быть не загрызут. А может быть загрызут, не знаю. Странно. Так, где мой, а где мой, а где мой, а где мой, кстати, дрончик? Дрончик, куда мой делся дрончик? Мой дружбан дрон. Дрон, мой дружбан дрон. Так, ну ладно, я не буду, наверное, вырезать, как я тут прыгал. Будете глядеть, что тут все, все как было, так как и есть. Как записал, так записал. Чисто как бы это самое. Так, подождите-ка. Так, я какую-то карточку взял. А какую я взял карточку? Она не особо подходит. Да, наверное, там сверху еще какая-то была дверь. Подожди. А как мы эту оранжевую тогда должны открыть? Я помню, что я сюда забегал. Тут какая-то была дверца. Подожди, я какую-то карточку взял. Ну, оранжевую. Или... Подожди. Вот эту, получается, я взял. Ну, я помню это помещение прекрасно. Ну. А то, что за дверь? Я что-то совсем ничего не понимаю. Мы должны найти еще какой-то ключик, получается, на ту дверцу. А теперь я активировал там кнопку, и это просто я, чтобы выбраться. А это что за... Ну, тоже какая-то оранжевая такая, типа, кнопочка. Вон, там тоже что-то написано.
Блин, не знаю, а что тогда получается сейчас мне делать нужно? Куда мне идти? Ну, по идее, на базу вернуться. Я что-то активировал, что-то сделал. Мне какая-то нужна оранжевая карточка. Тут я как будто бы вышел на свободу, будто бы наружу выбрался, да? Наверное, на базу нужно вернуться, сказать своим типам, что я типа там что-то поделал, какой-то мне новый уровень дадут, что ли. Вот это все мы прошли. Ладно, пойдемте отсюда. Попробуем подобраться домой. А, подождите-ка, а может мы здесь должны что-то активировать? Это электрические эти штуки? Или они уже как бы активированы? Походу активировали. А куда же мне теперь... Ой-ой-ой. Подожди, как домой вернуться-то? А где дом? Если бы я еще знал, где мой дом? Ну, прожекторы зажигаются, они должны загрызть. Так, подождите-ка, я куда-то бегу. По-моему, куда-то не туда. Это у нас получается уровень с помещениями, с столиками, так? А, ну, в принципе, я более-менее домой возвращаюсь. Это уровень со столиками, я проходил его. А мы сейчас так вот так пойдем вдоль этих прожекторов. Тихонечко. Не надо меня грызть. Во. И, наверное, сейчас там откроется, получается, четвертая... загорится четвертая лампа. Там было их... Ой-ой, что-то задергалось так. Кричат на меня что-то. Да-да-да-да. Так, во, четыре лампы. Вот. Лисичка сидит. Когда я не мог найти выключатель на своем этаже, я отправил обратно, думал, что заблужусь. Но вы сделали это, теперь мы можем положить конец. Эй, Табу Хаусу. Подождите, сначала мне нужно кое-что сделать. Не думаю, что в ближайшее время ему придется беспокоиться о шалунах. Шалуны. Подождите-ка, там же еще одна дверь какая-то была. Может, мне сейчас придется обратно возвращаться? Ой, не, лучше отойду. Шалун. О, встает. Шалун встает. О! Куда он улетел-то так быстро? Во, не, это не он. Это картинка. Давайте покончим с этим. Let's go! Открывайте! Сейчас скажу, что спеть какая-то хрень. Не, помещение, все ок. Замок. Ой, что-то меня как-то пнули, что ли, сзади. Ты чё пихаешься? Ну не пихайся. Клетки, о! Коридорчик. Сундук. Пушки по бокам. Так, идем к сундуку. Не думал, что вижу эту комнату так скоро. Хирург должен быть здесь и хранять скиптер. Куда он делся? Я сомневаюсь, что его поймали шалуны, и все было бы в полном беспорядке, если бы он был. Но мы можем искать его только если у нас есть скипетр. Еще черту скипетр. Сундук сияет, открывай. Походу надо в коридорчик тут идти, в лабиринт, правильно? Правильно или неправильно? Правильно или неправильно? А, меня даже в коридор сюда не пускают. Какой еще к черту скипетр? Подожди, тут надо что-то нажать, вон. Recharge. Так, и что? Кажется, что это до жути просто, просто нажать кнопку. Sure мы точно хотим ее нажать? Опа! Нет! Наб-наб! Наклацал. Ты что наделал? О, сундук открыл. Там скипетр? Да! Берем его. Он сам поднимается, его брать не надо. Мамма мия. Скипетр, в нем не хватает части. Какой? Это плохо. Какой части? Сердечко есть, палка есть. Что еще надо счастье? Что еще? Какой еще части не хватает? Не знаю. Опа! Так вот, где хранился ключ от моей тюрьмы. Отличная работа, все переключатели активированы. Большая дверь открыта, сокровища готовы к разграблению.
Боюсь, что именно в этот момент я приду и заберу все ваши труды себе. Я чувствую, что я не один в этой комнате, кому это удается. Считайте, что это часть расплаты за то, что было сделано со мной. К тому же я должен быть уверен, что история не повторится. У нас не было выбора, они собирались уничтожить нас всех! У тебя был выбор, и ты сделал неправильный выбор. Где шериф и хирург? Уверен, что мое появление здесь и захватит Сипетра не было частью вашего грандиозного плана. Я не знаю, где они! О, дрон прилетел. Я скажу вам, они прячутся как трусы, которым вы все являетесь. Но я найду их, и все поплатятся. Кажется, Скипетр тоже еще не завершен. Скажешь мне, где находится недостающий кусок, или мне придется съесть твоего котенка? Ты не будешь делать ничего подобного. Пожалуйста, забудь, что было между нами раньше. Ты знаешь, что ты всегда был моим другом. Но для нужна душа, если не таких случаев. Для чего нужны друзья? Охладит его. О, он его... Опа, через плечо его киданул прогибом. Охренеть! Вот это да! Саламандра! На, файт начинается! Мочилова, на, иди сюда! На, беги! Бежим, куда? Давай сюда. Коридорчик. А, маленькие гамнюшки за мной бегут! Ран, Вася, ран! Маленькие гамнюшки за нами бегут. Гамнюшки маленькие, маленькие какушки. Гамнюшки-какушки бегут за нами. Он бежит, бежит, все целы, все здоровы, бежим. Бежим. А, стой, ты слишком быстрый. Сбиваю за ним. О, забежали. Куда? Куда дальше? Вниз, прыгай вниз. Нет, направо. Я не могу пойти. Что ты имеешь в виду? Вы не поймете, они ценят мои шутки. Бля, изменник, кто они? Это мой единственный шанс получить аудиторию, и я собираюсь им воспользоваться. Пока. Пошел шутить, а мы сватываемся отсюда. Лампочки красные. Дрончик, где дрончик? Куда его? О, лифт! Давай в лифт! Ой, что-то все потемнело как-то. Блин. Охренеть! А вот тут-то они поняли, что все, к чему они так стремились, было напрасно. Офигеть. Вы оба станете прекрасным пополнением моей армии. Вместе под моей командой мы завершим то, что не смогла сделать королева. Я задержу их. Ищите хирурга. Офигеть. Задержи их, или стань, или ты пошел драться с ними. Дрон тебе может... Ой-ой-ой. О, минус уши. Мы, короче, отправляемся на следующую серию, или это еще не... А, да, спасибо за игру. Вишлист, продолжение здесь. Чик, седьмая часть потом будет. Это хирург нарисован. Ну, скажем так, давайте я вам подсуммирую. Игра реально говно. Но я понимаю, что зрители такое говно... в какой-то степени любят, поэтому шестую я прошел, седьмую я подумаю. Прошел шестую чисто для зрителей, так, для какой-то там аудитории зрителей. Я понимаю, что это, у кого есть какое-то чувство вкуса, в это такое играть не будут никогда в жизни, да и смотреть в принципе. Но как бы большинство почему-то зрителей любит жрать говно, скажем прямо. Поэтому, собственно, решил это пройти, пускай будет, может быть, немножко как-то повлияет. Пробустит канал, что ли, вот с этой надеждой, только вот так разве что.
На этом все, увидимся в следующем видеоролике в следующих играх. С вами был Ниламоб и игра под названием Garden of Banban 6. Все, всем пока-пока.